Сегодня в эфире позвонила женщина из Питера, говорит: «Евгений, вы же любите себя». Я говорю: «Да». «А как вы узнали?» Она говорит: «Ну, вы любите себя, поэтому вы любите нас». И мой секрет был раскрыт, точно. Она говорит: «Ведь написано, что возлюби ближнего, как самого себя. А если себя не любишь, то как полюбишь ближнего?» Я говорю: «Вы мой секрет по всему свету, по секрету всему свету». Да, знаете, чтобы любить людей, нужно принять себя, чтобы их принять. Чтобы понять их, нужно понять себя. Чтобы правильно их, ну, как бы на место ставить, надо себя на место ставить. И так вот оно во всем, везде. Начинай с себя. Хочешь изменить мир? Начинай менять себя.